напомню, сейчас Рублев занимает 43-е место в рейтинге. Он так низко только потому, что очень много пропустил из-за травм. Даниил Медведев уже прошел дальше накануне. Ну, а Карен Хачанов выбыл из... Многие канонизированы. Так ли теперь настроены все современные христиане? Вот то, о чем вы, так сказать, говорили сейчас, и об этом же задумывается и того же. Все ли они смотрят на эту временную земную жизнь только как на подготовку к новой, лучшей? В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Тогда сегодня ты пойдешь в гости к нашему физруку Валерию Викторовичу. И будешь там до тех пор, пока я за тобой не приду. Не знаю, это от твоих родителей зависит. Может быть день, может неделю, может месяц. То, что человек просто работал журналистом, просто делал свою работу. В любом случае, глоток свежего воздуха – это просто счастье. Мы очень рады за Кирилла. Мы... Одни человек. Гастроном не побежал, а под вечер кто-то громко голосил, и все время почему-то повторял, что он по жизни два костюма износил и по свадьбам. Лав-радио в Краснокуринске. 4-83-83. Лав-радио. Я не могу,
еноты, обезьянки, кенгуру, попугаи, утки, козочки, ягнята. Ждут нас разные зверята. Будем гладить и кормить, можно делать и дружить. Супервыставка животных, полный контакт. С 21 августа до 8 сентября. ДК железнодорожников, первый этаж, проспект Серова, 1А. Билеты от... За всю историю всех супергероев персонаж, чье альтер-эго – обычный человек.